Всех приветствую, дорогие мои. Итак, 34-250 на балансе. Решил уже поиграть в кристаллы. То есть сразу следующее видео будет про них. И с 1000 рублей мы начнем и будем пытаться подняться дальше. Ссылочку на БК 888 Stars я вам оставлю. Лучшие коэффициенты, все просто пушечка. Промокодик тоже укажу. И давайте играть. Пока что дело дрянь. Будем терпеть поражение. За поражением, потом удача, думаю, настигнет нас. 1600 рублей сейчас забираем. Мы уже, конечно, в минусе немножко, но я думаю, это не беда. Сейчас мы все исправим. О, 1900 забираем. Так сыпануло. 2500, друзья, 2500. И постепенно баланс начинает расти. Такой небольшой марафон у нас получается. Может, так дойдем и до крупных сумм. Тысяч до 100 было бы неплохо. Ну, по мелким суммам так и собирается. Давайте 2000 поставим на отыгрыш. Что-то же должно доехать. 2600, отлично, отлично. Дает, дает, дает. 3600, давайте играть дальше. Так, 2000 ставим. Конечно, маловато с учетом проигрышей, но будем пытаться. Будем пытаться, не нервничая, доставать их по полной программе. Еще раз 2000 ставим. Так, 1600, ну, неплохо, ладно, неплохо, конечно, не то, чтобы хотелось, но все же неплохо. 600 рублей, отлично, отлично, забираем. Так, ну, 1000 рублей снова, не будем сильно транжириться, будем пробовать добивать. Так, 1700. Ну, ролик я, наверное, уже выпущу не сегодня, а завтра, да, определенно, потому что уже поздно, уже смотреть никто не будет. 1000 рублей еще раз ставим, пробуем и пытаемся 2000 зарядить. Не вышло. Давайте еще раз 2000 зарядим. Сразу зеленые кристаллы сейчас, а, нет, да, доедут определенно, 4800, ну, мало на самом деле, никак мы не, никак айсберг с места не тронется, ну, 5800, считай, уже формально выйдем какой-то, наверное, плюсик. Нет, ни в какой, ладно, 4000 зарядим. И сразу же мимо, давайте еще раз 4000. Блин, слушайте, ну, банк начал утекать. 5200, ну, это ничтожно мало на самом деле. Давайте-ка попробуем снова 4000, ну, потому что надо рисковать. Тут, как сами знаете, ставки — это риск, кристаллы — это бабки, потому что без этого никуда. Еще раз 4000. 3600, блин, ну, уже достаточно подкормили, я бы сейчас грузанул 1008, но у меня банк маленький. О, вот это да, 22 тысячи, друзья. Вот это я понимаю куш. Давайте по 1000 рублей теперь снова ставить. Мы вырвались прямо в лидирующей позиции. Отыграли сразу весь банк. И у нас получилось еще выйти в неплохой плюс. То есть 1000 на 7 на 6. Попытаемся его не потерять и продолжим как-то грабить буков. Но 2000 ставка нам говорит обратном, то есть что пора сдвинуться назад, видимо. Ладно, поставим 4000 еще раз, может быть, фартанет. 3200, ладно. Не слишком-то повезло, но хотя бы небольшой минус. То есть у нас есть возможность еще раз поставить 4000 рублей. Я еще раз поставлю, потому что, ну, может прилететь. Блин, и сейчас, ну, сейчас уже, наверное, двадцаточка прилетает снова, но это вообще за гранью просто. 21 тысяча, и фиолетовый кристалл сейчас долетят, смотрите. 25 тысяч, слушайте, доехало. Ну, я прям как чувствовал, на самом деле. Это прям жесть. Почти 50 тысяч на балансе, я гружу 1000 рублей. И попытаемся сейчас добраться до 50 тысяч рублей, чтобы было прям ровненько. Ну, не ровненько, а чуть больше можно. То есть, чтобы у нас двадцаточка в кристаллах как минимум лежала. Так. Так. Блин, слушайте, ну опять заднюю дает. Давайте я поставлю по минимальной ставке. Не хочу теряться. Ну вот видите, как хорошо. То есть, коэффициент 1 только тут доехал. Давайте еще раз рискну такой минимальной ставкой.
КФ-2, к сожалению, здесь именно нам достался КФ-2. Ну ничего, попробуем теперь уже грузить посерьезнее деньги в размере 1000 рублей. Не повезло, удваиваемся, то есть попробуем просто догнаться. То есть минимальный КФ-2, даже если выпадет, нам уже, в принципе, будет офигенно. 4000 мы ставим и получаем всего 2. Блин, ну опять нас возвращает к такой... 32 косаря, друзья, оранжевые кристаллы просто бомбят. И мы вышли в 65 тысяч рублей. Вот это деньги, вот это я понимаю. То есть банк X2 уже подняли. Давайте еще немного поиграем. Посмотрим, получится ли поднять до 70. И там уже попробуем остановиться. То есть до 60 тысяч я максимум опущусь. Не меньше, так сказать. Уже банк придется оставить для дальнейших игр. Так, пробуем. 1000 ставим еще раз. Так. Ну, пока что как-то хиленько, вяленько, но ничего. Пробуем. 800 рублей. Так, фиолетовый кристалл. А, нет, не доскочит. Чуть-чуть не доехали. 1300. Ну, пойдет. Слушайте, давайте грузану последние, так сказать, ровные циферки. 2458. Если что-то зайдет, то да. Если нет, то нет. Это что, на 500 рублей больше я выиграл? Блин, ну, конечно, колоссальные суммы, колоссальные. Слушайте, давайте еще раз изменим. Ну, ради чистого интереса. 49.6. Блин, нет, слушайте, друзья, это так можно, наверное, вечно. Ладно, я добью баланс. Так и быть. Я жду просто что-то большое. Что 22... А, благо тут нельзя, сейчас бы поставил. Так, друзья, ладно, я уже, наверное, просто что-то криво умажу. Давайте на этом все-таки закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ждите следующих роликов. Всем пока. И не забывайте нажать кнопочку колокольчика, чтобы новые видосы смотреть, друзья. Всем пока.